Как мы помним из прошлых серий сериала «Тайна Марии», раздавленной собственной драмой Мария возвращается в родной город, где все неожиданным образом возвращается на круги своя. Коварство Михаила не приносит счастья его семье, а в скором времени семья и вовсе перестает существовать. Проходит почти 30 лет. Мэрюшка унаследовала от Михаила хватку, и это очень помогает ей в управлении семейной компанией, но и не хватает при этом таланта. Зато он есть у Егора, который благодаря стараниям Николая устраивается к Мэри на работу.